Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот сегодня я еще раз решила заглянуть в тоннель и показать вам, потому что очень давно мы здесь не были. Это вот тот самый первый тоннель, который пережил все морозы. После этого я высадила еще два таких длинных тоннеля, но их я уже открыла, а до этого еще руки не дошли, ни разу его не открывала. Вот эти томаты сибирских сортов были закрыты с самого-самого начала. Ни разу я их не поливала. Некоторые спрашивают, а как вы их не поливаете? Им хватает здесь влаги, потому что она никуда не испаряется. Земля влажная, как была весной, я ее накрыла. Воде деваться некуда, им этого хватает. Вот смотрите, как они сильно подросли. Видите, какие стали? Вот даже первую покажу. Они стали толстые, здоровые. На фазе, сейчас покажу, когда был мороз. Мороз был на фазе вот этого листа. Вот видите желтенький листик? Эти листики, они немножко все-таки повредились, потому что все-таки был минус 4. Но я вам говорила, что она потом пойдет тепло, она отрастет. Вот дала уже много новых листьев, вот такая рассада. И уже видно, чуть-чуть виднеются куколки, вот это, ну как бутончики лезут. Сейчас, если будет тепло, она очень-очень пойдет в рост быстро, потому что в то время, пока она была прохладна, она наращивала там внутри корневую систему. И вот эта рассада будет самая сильная, самая здоровая. Но уже видно, кто с самого первого дня наблюдал, невооруженным глазом видно, что она сильно хорошо подросла, позеленела, начинают смыкаться уже ряды, и скоро она уже будет подниматься до дуг. Скоро я ее буду открывать. Так что вот эта вот рассада, которую я высадила в апреле, сидит уже она здесь почти месяц, она прекрасно выросла, это будет очень хороший посадочный материал. Я ее выращивала на заказ, у меня заберут ее фермеры, потому что это сибирские сорта, которые не пасынковать, не подвязывать, засадят на поля и получат хороший урожай. Мы так делаем уже не один год, все прекрасно получается. Получилось и в этом году, хотя многие не верили. Но кто не верит, пусть дальше не садят, не выращивают рано. Я выращиваю, сажу рано, и все получается. Кто любит экспериментировать, рискуйте, все получится. Если даже первый раз не получится, второй или третий обязательно получится. А выращивание томатов, кто интересуется, заходите ко мне на страницу, добавляйтесь, друзья. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. На Одноклассниках у меня 200 с лишним заметок, статей и видео о выращивании цветов и овощей. Делюсь опытом со всеми бесплатно. Кто верит и кто не верит, всем предоставлю информацию. Спасибо за внимание.